Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И в сегодняшнем видео я хочу вам показать свои новинки от компании Organic Zone. Продукты, которые я уже повторяю несколько раз, и кое-какие новиночки. Так что сейчас с вами поделюсь. Это уход в основном за кожей лица и один крем для тела я в этот раз заказала. Это новиночка. Так что я вам сейчас все покажу. И, конечно же, ссылки, где можно приобрести данную косметику, я вам оставлю внизу в инфобоксе. Так что, кому интересно, переходите, смотрите. Ну, давайте уже покажу свои новиночки. Итак, вот такие вот продукты в основном по уходу за лицом у меня новенькие появились. Давайте начнем с тоников для лица. У меня их два. Это вот такой для нормальной и сухой кожи с эхиноцеей. Мягко очищает, тонизирует кожу, контуров глаз, лица, шеи, восстанавливает минеральный баланс и так далее. Содержит гиалуроновые молочные кислоты, гель алоэ вера. Увлажняют экстракты эхиноцеи и витамин Е. Что могу сказать? Ну, это тоник такой достаточно жиденький. Он очень хорошо является таким, ну, лично для меня, завершающим этапом по очищению кожи лица. То есть вот протонизировать. Отличный вариант, действительно убирает какую-то сухость, стянутость, но у меня нет такого, что не хочется наносить крем после него. Но, возможно, сейчас зима, поэтому мне так и, в принципе, зимой мне всегда много всего нужно наносить на кожу, чтобы она чувствовала себя комфортно. Вот. Но тоник очень даже достойный, вот такой жиденький, как водичка. Аромат у него, я не знаю, если честно, как пахнет эхиноцея, но какой-то вот такой цветочно-зеленый аромат. Приятный, ненавязчивый. В общем, тоник, в принципе, мне понравился. И видите, сколько я его уже использовала. В принципе, практически каждый день его использую. Но больше мне приглянулся вот этот тоник гиалуроновый для лица. Он такой более густой по консистенции, с алоэ вера и глицерином. И вот его прям можно даже наносить, знаете, на руки, а потом на личико. Вот такой вариант мне вообще очень понравился. Хороший состав имеет, растительный глицерин, гель алоэ вера и витамин Е, как вы видите. Вот, вот этот тоник мне вообще очень понравился. У меня уже, наверное, там только половинка осталась. Вот, и я его наношу без ватного диска, вот как я сказала, на ручке, а потом на личико. Очень классный. Вот этот вот я действительно вот прямо от всей души могу посоветовать, тем более стоит он недорого и просто отличный тоник. Дальше сыворотка, вот такая гиалуроновая сыворотка для лица и кожи вокруг глаз. Она у меня уже была однажды, и я ее вот повторила, потому что она очень хорошо дает хорошее очень увлажнение и, знаете, такой прям комфорт кожи. Убирает стянутость, в том числе под глазками. Видите, она такая как гелеобразная, хорошо распределяется и не оставляет вообще никакой липкости. Не конфликтует ни с какими вашими кремушками. То есть я ее сейчас днем наношу на все лицо. И потом сверху наношу крем для области вокруг глаз и крем для лица. И вообще идеально. Просто пах. Имеет она такой немножко какой-то сладковато-цветочный аромат. Вот здесь, кто это здесь нарисован? Это, наверное, василек, да, нарисован. Экстракт василька и масло камелии. Экстракт петрушки, гиалуроновую кислоту в себе содержит. Но действительно такой мягкий и цветочный. Вообще вот у этой косметики вся одушка такая цветочно-зеленая, я бы так ее назвала, но не навязчивая. Не, то есть вы нанесли, в принципе, больше не чувствуется. Но приятный очень аромат. Такие, знаете, немножко сладковатые цветочки и что-то такое зелененькое. Это вот что касается одушек. Сыворотка, это мне очень нравится. Она быстро впитывается, кожа ее просто выпивает. Вот второй раз с огромным удовольствием ей пользуюсь, особенно в зимний период, она мне очень сильно нравится. Действительно хорошо увлажняет и придает комфорт коже и в области вокруг глаз, и вообще кожа лица, ну, действительно очень преображается с ней, не конфликтует ни с какими кремами, поэтому мне вообще это очень нравится. Следующее, я повторила снова вот эту маску. Это, по-моему, третий раз я уже
ее заказываю, вот это омолаживающее. Единственное, что у нее такой очень цвет, как вы видите, да, такой детской неожиданности. Но маска сама работает просто потрясающе. Обожаю ее наносить по утрам. Она действительно очень хорошо напитывает кожу, очень хорошо ее увлажняет, но больше, наверное, даже питает. Омолаживающая маска с лифтинг-эффектом. Я не знаю, как насчет лифтинг-эффекта, но питание кожи вообще отличное. И, наверное, из-за того, что она очень хорошо питает кожу, и создается такой легкий лифтинг-эффект. Я бы вот так это сказала. Но это уже третья вот моя баночка. И буду заказывать еще обязательно, потому что вот эта маска мне действительно очень нравится. Я без нее уже теперь не могу. И я решила попробовать вот такую масочку. Я так понимаю, что это новинка. Гидрогелевая для лица с аха-кислотами. Для сухой и чувствительной и нормальной кожи. Она прям реально такая гелевая. И вот эта маска, я их вот так вот открываю, чтобы они у меня, если что, упало, не выливались из баночки. Это у меня бывает такая история. Она вот такая гелевая внутри. Сейчас немножко. Видите, такая гелевая. Она такая, она немножко липковатая, но это маска, которую нужно смывать обязательно. Вот такая прозрачная. Маска классная, тоже очень хорошо увлажняет кожу. Нет, очень хороший состав. Видите, экстракт морожки, экстракт дыни, грецкого ореха, масло органа и так далее. В общем, очень классная. Использовать, видите, написано с осторожностью в солнечное время года перед выходом на улицу наносить крем с SPF-фактором. То есть, ну она такая гидрогелевая, реально охлаждающая. Охлаждающая масочка такая, очень приятная, и у нее после этой маски становится ровный цвет лица и такой гладенькая, очень гладенькая кожа. Так что мне она тоже очень понравилась, тоже будет моей любимочкой второй. Последний продукт – это вот такой питательный крем для тела. Это тоже, я так понимаю, какая-то новинка с кокосовым маслом. Действительно, очень хорошо вот этот крем, очень хорошо питает кожу. Ноль парабенов, минеральных масел и так далее. Вот сейчас с огромным удовольствием в зимний период пользуюсь этим кремом, хотя он достаточно быстро впитывается. Так вот он выглядит, очень быстро впитывается, хорошо распределяется, нужно достаточно экономичный, нужно немного, оставляет немножечко блеска, но не липкий, абсолютно не липкий крем и хорошо питает кожу даже в зимнее время, вот его видите, чуть-чуть взяла. И его даже много. Имеет тоже такой, знаете, вот такой сладковато-цветочный, зеленоватый какой-то аромат. Мне тоже этот крем понравился. Он не легенький, он вот как раз на зиму вообще отлично. Весну, осень самое то. Хотя он такой, видите, как немножко такой, как гелевый, что ли, но очень хорошо питает. Видите, увлажняет, питает кожу, способствует повышению тонуса, замедляет процессы возрастных изменений. Масло, это как детокс-крем для тела, масло кокоса, масло зародышей пшеницы и рапса масло, масло рапса. Вот, так что кремушек мне это тоже очень понравилось. В общем, я, как всегда, осталась довольна косметикой от Organic Zone. Для волос меня как-то спрашивали. Нет, я для волос ничего не пробовала. По-моему, только спрей у меня какой-то был. Но вот в следующий раз я думаю, что я обязательно закажу что-нибудь для волос. Просто мне очень нравится вот эта маска. Я заказала ее и решила уж попутно сыворотку, тоники попробовать, крем для тела и так далее. В общем, так что вот такой вот у меня был заказ. Конечно же, у меня на канале чуть позже будет еще по запросу. Меня просили показать весь свой уход за лицом. Я обязательно это сделаю. Но насчет этой косметики, я считаю ее действительно очень достойной, хорошей косметикой. И мне она очень нравится. Вот. Так что не забывайте, что все ссылки оставила вам внизу в инфобоксе. Ну а я на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую, до новых встреч!